Всем привет! Сегодня у нас новые съемки, новые рецепты и уже знакомые вам наши повара. А сегодня как раз таки Наира Соседова, экс-шеф-кондитер ресторана Eclipse и Co-Co-Co. Сегодня она приготовит банановый тарт. Посмотрим, вообще не знаю, что это такое. Ну и мистер Че, вот вы узнаете, сегодня он будет готовить свои паровые пигоди с свиной грудинкой. Так что давайте смотреть и оценивать. В конце результат, а с вас голос. Понеслась. Who did it to the people that they did it to? Minuscule little riddle, people are ridiculed. When the metaphorically speaking, no taking literal. Speaking in general, many people are cynical, treated identical to animals that end up in the zoo. Just behind the scenes, tyrannical drama queens control all the minor things. Hitting from your music, and you see the Bible. A group slip, sick and in a live show. Ripping a hot rhyme in the record skips. Open the J5 fans, see the fish. And it goes like this. Мы закончили. Паровые пигоди и банановый тарт. Все готово. Так что оценивайте. Пишите свои комментарии, свои оценки. А мы пошли пробовать. Это же вкусно.